Привет, это снова я, узнали? Пришел мой многострадальный заказ с сайта Beauty Bay. Сначала я хотела записать просто жопогорительное видео о том, как я его получала, но потом решила, что нет, я хочу радоваться, а потом, когда уже немножко успокоюсь, я запишу все, что я думаю о Почте России и о ЕМС. Вот. Видимо, это все произошло от того, что я решила обновить свою коллекцию косметики, палеток, и вообще, в общем, жизнь с чистого листа, всю косметику обновить. И выбирала я долго-долго, и оказалось, что я смотрела много обзоров, и, в общем, все палетки, которые я выбрала, они связаны с какими-то скандалами. В общем, они выходили, и сопровождалось все какими-то дикими скандалами дурацкими. И, наверное, эта энергетика скандальности, она перенеслась на всю мою посылку, поэтому Почта России решила тоже немножечко просраться. Так вот, начну я свой рассказ с первого лота. Очень давно хотела эту палетку. Это Magic от Juvia's Place. Хотела я, на самом деле, не конкретно Magic, хотела я просто попробовать фирму Juvia's Place, потому что ее очень активно пиарят. Говорят, что это прям супер-супер-супер. И на Beauty Bay была скидка именно на эту палетку, поэтому я взяла ее. В общем-то, на самом деле, не прогадала. Она находится вот в такой вот картонной упаковке. Честно говоря, я думала, что она немножко меньше. А? Она больше, чем мое лицо. Там находится 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 теней. И они огромные. Я не знаю, куда я это все буду намазывать, но я полна энтузиазма. Тут тоже вот эти вот красивые тесеньки. Она картонная, но достаточно такая тяжеленькая, приятно лежит в руках. Здесь нет зеркала, и это хорошо. Все говорят, вот, нет зеркала, я ненавижу, когда есть зеркала, мне это раздражает. Так вот, эти 16 цветов, я уже в них поковырялась, я вчера красилась по жаре. Все цвета, которые вот блестящие, они великолепные. Это просто не описать словами. Они масляные, они отлично ложатся. По поводу сводчей, это, конечно, не ко мне, потому что снимаю я на телефон, но мне кажется, что все это великолепие, оно немножко передастся даже. Видели? Как я эту красоту буду намазывать на свое лицо? Покажу даже больше, пожалуй. Я прямо загорелась показать вам как можно больше красоты. Розовый прекрасный просто. Какой-то коричневато тоже золотой. Отличный. Мне больше всего, конечно, нравится зеленый, потому что я очень люблю зеленые цвета. Он переливается, он блестит. Тут все просто какое-то, я не знаю, волшебство. Волшебство, волшебство. От этого никуда не денешься. И оно все как... Я даже не знаю, как это описать. Это не тени, это какие-то кремовые тени. Это просто великолепный зеленый какой-то синий цвет, дуохромный, который тоже переливается разными-разными цветами. И это какой-то сиренево-розово непонятный... Ну, это великолепно. Это просто класс. Просто класс. Цвет, который я не люблю... Вот. Он какой-то не черный. Он вот здесь вот в палетке выглядит зелено-синий непонятным, а на деле он какой-то грязный. Его, если с чем-то смешиваешь, он не тушуется не очень хорошо. Он какой-то очень... Вот этот цвет мне прям не понравился очень активно. И цвета, которые не блестящие, а матовые, честно говоря, я рассчитывала немножко на более хорошее качество, то есть пальцем отлично, вообще нет претензий, да, казалось бы, красный, а офигительный, но когда их пытаешься нанести кистью, они начинают пылить. Это, конечно, уже мои претензии такие сверх, ну, типа, я заказала и хотела прям волшебства. В принципе, я получила волшебство, но у меня просто были завышенные, наверное, ожидания, поэтому, но... Нет. Наверное, все-таки у меня говняные кисти, потому что это невозможно нанести плохо. Это просто волшебство, да.
Мне очень понравилась палетка. Она стоила со скидкой там 1200, по-моему, рублей на beautybay.com, кажется, да? На официальном сайте она стоит столько же, но там доставка в Россию стоит 40 или 50 долларов, а это что-то, по-моему, слишком. Скандалы, интриги, расследования с этой палеткой, связанные вообще с компанией Juvia's Place. Очень много зарубежных блогеров говорили, что когда они делают заказ на официальном сайте, им приходят пользованные палетки, и когда они предъявляют претензии, их просто банят и не отвечают на их письма. Еще одна девушка жаловалась, что она ждала курьера весь день дома, и ей пришло сообщение, что курьер доставил ей посылку. И когда она позвонила и сказала, что ничего ей не доставили, ей сказали: девушка, вы сошли с ума? Мы все им доставили, пока. Забанили ее и не вернули ей деньги, и не доставили ей палетку. Поэтому, в общем, я с официального сайта заказывать не рекомендую. Я, честно говоря, так немножко побаивалась, думаю, вдруг мне тоже придет что-то пользованное, но нет. Все пришло целенькое, аккуратненькое и просто отличное. Я не знаю, мне хочется мазать себя с ног до головы, потому что это очень здорово. И если посчитать, то есть 16 штук теней разделить там на 2000, это достаточно бюджетно. Я удовлетворена полностью. Мне очень нравится. Я хочу купить хорошие кисти какие-нибудь от Зоева, чтобы... Потому что просто китайскими тенями... Ой, китайскими кистями, которые есть у меня, или кистями Essence, мне кажется, кощунственно просто залезать в это великолепие. И я обижаю каждый раз бога палеток тем, что я туда тыкаю, значит, этими собранными китайскими слепыми детьми отвратительными кривыми кистями. Поэтому, значит, следующий мой заказ будет состоять из... Вот я даже домазываю, видите, я домазываю уже с рук, и все равно мне кажется, что я могу сейчас вот мазать и измазать всех кругом. Это отлично, просто еще раз покажу, это великолепно. Мне кажется, это хорошая летняя палетка и для женщин, которые любят выделяться из толпы. Отлично они сочетаются между собой. Вот этот зеленый я смешала вот с этим золотым. И вчера ходила, как майский жук, блестела. Отлично. Великолепно. Счастье, радость. Каждый цент потраченный просто не жалко. Не жалко. Великолепно, отлично, классно. У меня есть еще раз, два, две палетки крупных и несколько мелких там помад и так далее. И я про них буду рассказывать, и все они великолепные. У меня будет серия видео, где я не ругаюсь, а говорю спасибо. Спасибо, мир. Ты можешь сделать что-то хорошее. Ты можешь производить хорошие продукты. Да, да. Счастья вам, ребята, любви. А Почта России пусть горит в аду.